Транспортные проекты на рекордную сумму больше 320 миллиардов рублей представляет Ростовская область на международном форуме. Это Ростовское транспортное кольцо и обход Аксая, мост Волгодонский, Багаевский гидроузел и многие другие. Ну а после подписания соглашений стало известно, что российская компания «Юникосметик» построит на Дону логистический комплекс. Объем инвестиций – 350 миллионов рублей. За реконструкцию зернового терминала ростовского порта возьмется компания «Каргил». Цель проекта – увеличение мощности по отгрузке продукции на экспорт. Планируется реконструировать причальную набережную, чтобы принимать самые разные суда, а также инфраструктуру приемки и перевалки зерна. Стоимость проекта – 1,5 миллиарда рублей. Еще одно соглашение Ростовская область заключила с компанией «Зеле-2». Договорились о строительстве двух центров обработки данных. Это поможет технологическому развитию региона, созданию IT-инфраструктуры для умного города, а также промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Испытательный лабораторный комплекс по сертификации машин и оборудования создадут в Ростове. Объем инвестиций в этот проект – 150 миллионов рублей. А чтобы усовершенствовать транспортные системы городских агломераций, правительство региона подписало соглашение с компанией «Синара» о совместной работе по развитию общественного транспорта. Виктория Щетинина, Ростов сегодня.